Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. Да, на каком канале наши друзья? Дети. Нет, Baby Go. А как они называются? Baby? Пик. Baby Гоши. Сегодня у нас продолжение. Мы играем во что? В Лунтика. В Лунтика. Поехали. Мы открыли еще три игры. Набрали нужное количество баллов. Давай, нажимай play. Так, эти игры мы с тобой знаем. Вот, смотри, мозаика, нажимай. Давай посмотрим мозаику. Мы с тобой отличная команда. Помоги мне сложить мозаики и получи дополнительные монеты. Если ты забудешь, как должен выглядеть рисунок, нажми на кнопку с вопросительным знаком, и я подскажу тебе. Давай, давай. Сложно, давай, мозаику будем складывать. Ну, вон, кораблик надо сложить. Не, ты уже, смотри, перестарался. Сложно, да? Ты помнишь, что у корабля яхта была? Ой, у корабля мачта была. Давай мачту сделаем. Не, подожди, не спеши. Смотри. Давай так, чик. А когда мне будет зеленый вот этот? Когда? Сейчас будем, я тебе скажу, когда. Ой, мы с тобой вообще не точно все сделали. А-а-а! Так, давай начнем с чего-нибудь поступательного, да? У баб слишком большие пальцы. Давай вот здесь красить. Это у нас водичка. Ставь снизу везде водичку. Точки ставь. Водичку, да. Не, не везде, день. А зачем ты здесь ставишь? Давай, я тебе помогу. Это мы уберем. Нам нужна водичка только внизу. Смотри, по подсказке. Смотрим внимательно, день. Это белый цвет. Смотрим, смотри, подожди, подожди. Подожди, пока ставить. Д. Мы так корабль с тобой не нарисуем. Ты все синим закрась. Подожди. Давай. Давай вместе. Это ж неправильно. Смотри, нам нужно корабль с тобой нарисовать. А ты что придумываешь? Ну-ка дай папа закрасить все это. Убираем. Тут надо осторожно. Давай, поскольку тут ювелирная работа, папа будет делать, ты будешь контролировать, подсказывать мне, хорошо? А белым мы просто закрашиваем то, что ты напортачил. Смотри. Давай синим сделаем воду. Давай. Смотри внимательно. Пап сейчас делает. Наблюдай. Так. Лунтика тоже принес. Лунтик принес тоже. Да, лунтик. Сложно здесь, он да? Ухо. Он даже папу промазал. Смотри-ка. Так, с водой мы закончили. Давай коричневым. Мы сейчас коричневым делаем саму лодочку. Ставим коричневый, да? Даже папа подсказками пользуется, то что запомнить не так-то просто. Друзья, как казалось бы, да? Вроде как детская игра. А она так непростая на самом деле. Вот а у нас... чем наша зеленый? Подожди, пока зеленый. Давай мы с тобой лодочку закончим. Смотри, видишь, корма, мачта, все как надо. Как настоящий корабль. Давай зеленый. А зеленого, видишь, здесь нету. Мы сейчас в следующую мозаику, когда дойдем до следующей, может там будут зеленые элементы. Пока что у нас красные. Мачта у нас красная. Так. Возьми и тебе красный. Взяли. Подожди, тут. Так. Проверяем, насколько надо. Надо еще три штучки поставить. Ты запомнил, да? Да. А я, папа, видишь, махнул лишнего. Теперь нам желтый нужен. Выбирай желтый. Выбирай желтый. Отлично, давай посмотрим. Вот это вот все, надо закрасить желтым. Ой, папа мазила, да? Чуть-чуть, не спеши, не спеши. Это не надо красить желтым. Ты докрасил случайно. Ты у корабля, видишь, немножко повредил палубу. Так, красим желтым. Так. Ты контролируешь, чтобы все правильно было? Мы сейчас что с тобой делаем? Это же парусник, да? Нет. Желтый это что у него на мачте? Что нет, у него? Сам. А зеленый здесь не нужен, день. Давай смотрим. Ну это сложно. Это, наверное, детишек постарше, друзья. Потому что тут Дэн не хочет внимательно запоминать. Вот, поэтому папа сейчас закончит, и мы перейдем к другой игре. Так. Мы сейчас с тобой что делаем? Это парус желтого цвета, да? На мачте. А синий это что? Это флажок.
Мы сейчас того флажочек закрасим. Кажется, все. Ого, а то сколько очков дают за мозаику, да, сразу? Ну что, Дэн, давай посмотрим другую игру. Да. Это у нас оказалось сложное. Тут есть зеленый, но мы ее пропускаем и идем смотреть другую игру. Нажимай на кузнечика. Как кузнечика зовут в лунчике, ты знаешь? Да. Как зовут кузнечика? Как? Рад приветствовать тебя на новом уровне. Проведи пальцем по экрану и посмотри, что я тут припрятал для тебя. Так. Смотрим внимательно. Ты давай, открывай картинку. Вводи пальцем по экранчику. Это на моторику, друзья. Так, что это спрятано здесь? Что там спрятано? Ну-ка, рассказывай, друзья, что ты видишь? Арбуз. Арбуз спрятан? И Води. Лунтик еще один. И Лунтик, а еще кто? Смотри, там еще же какие-то персонажи спрятаны. Кто там еще спрятан? И еще вот это. Кто это? Это кузнечик. Кузнечик. Дэн, а ты закрыл? Ну давай сейчас еще раз. Давай проводим. Тут, видишь, надо аккуратно. Тут у нас кузнечик. Кузнечик. А это кто? Мы с тобой его не разукрашивали еще? Лунтика мы с тобой видим. Так, арбуз. Баба, это как ее? Женщина-пчела. Ну-ка, подожди-ка сейчас. Все, молодец. Смотри, что полетело сразу. Пузырики. Пузырики, да? Мы такие тоже можем пускать? Да. Супер. Давай посмотрим третью игру, Дэн. Да. Давай. А, ты хочешь еще посмотреть картиночку? А это кто изображены? Кто это изображены? Они в мультике были. Друзья, подскажите нам, кто это изображен. Денис пока открывает картинку. Я ему немножко помогу. Пузырики полетели. Кто это на картинке изображены? Расскажите нам. Что это за гусеница? Это какой-то старчий, да, мудрый? Полетел. Полетел. Что? Пузырики откуда? Смотри, из кексов полетели? Да. Да? Следующую картинку будем смотреть? Да. Давай. Кто это? Лунтик. Вот Лунтика мы знаем. Давай открывай. Большой-большой Лунтик, да? Да. Все, супер, молодец. Какой он? Ну что, посмотрим следующую игру, Дэн. Ой, какой. Ой, какой. Летят пузырики. Летят. Давай посмотрим, какие еще игры есть. Мы еще открыли... Вот еще какая-то игра. Цвета, фигурки, узоры. Не спеши. Ах, вот ты уже где, мой друг. Помоги мне решить, на какую картинку с нижнего ряда похожи картинки сверху. Понял? Сопоставление. Не, подожди, не спеши. На какие картинки с нижнего ряда похожи картинки сверху? Вот смотри. Бабушка-пчела. На Лунтика. Ну, на что Лунтик похож? Мне кажется, вот это окрас Лунтика, правильно? Ну-ка, проверь. Совпадает. Смотри, горошек на что похож? Чашка у нас какая? Давай проверим. Прав папа или нет? Правильно. Колпачок. Где ты еще видишь кружочки цветные? Вот. Нет, это раз кружочки. Смотри, вот это что такое? Ну-ка, проверяй. Ты близок. Совпало. Так, смотри, а вот такие полосочки есть. Это. Нет, ты это смотри, не то. А вот такие полосочки, вот это не то, разве? Смотри, в левом нижнем углу, смотри, такие же полосочки, да? Совпало. Носок. Ну-ка, проверь, куда ты хочешь. Нет, смотри, у нас полоски какие. Какие у нас с тобой, Денечка, смотри, какие у нас там полоски на носке есть. Зеленые есть? Да. Где у нас с тобой зеленые и оранжевые полосочки? Вот. Правильно. Отлично. Фиолетовая тарелка. Куда? Куда? Нет, смотри, узор такой же здесь? Да. Совпало. Рыбку куда? Куда? Вот, ты близок. У нее же такие же рисунок. Черепахин рисунок где? Где рисунок черепахина? Супер! Умница! И давай вот это. Вот это то, что ты хотел в мозаику запихнуть. Ну-ка. Отлично! Ну и бабушка-пчела. Да. Супер! Ну это сложное было задание, умница. Еще хочешь попробовать? Не спеши. Ромбик, куда ромбик? Куда? Ну подумай. Куда? Текстура ромбика где изображена? Сюда. Нет, да. Ну-ка дай папа посмотрит. Это посложнее чуть-чуть. Давай мы, смотри, желтое с красным.
Но это ромбики, это, мне кажется, вот сюда. Это посложнее. Квадраты вот сюда. А вот эта фигура, смотри. У пилы. Пила что, треугольник? Да. Ну, давай вот тем треугольником тащи. Где это? Ну-ка, ты близок. Давай вот сюда. Попробуй. Оп! Звезда. К звезде давай. Совпадает? Совпало. Шарик. С овалом похоже? Нет, это круг. Где овал? Овал-то где, Денис? Вот он. Это не овал, вот овал. Отлично. Это ромб, наверное, да? Да. Где у тебя ромб? Где? Вот, попал, молодец. Так, ведро на трапецию похоже? Где трапеция? Где-то. Ну-ка, нет. Подожди, расскажи, папе, это что за фигура? Треугольник. Треугольник, это круг. А вот это? Давай проверим, трапеция это или нет. Тащи налево. Нет, зачем тебе к кругу тащить? Тащи вот сюда, к трапеции. Оп, молодец. Смотри, а вот это бублик. Треугольник куда надо? Треугольник куда надо тащить? Не-не-не, смотри, давай я тебе помогу. И кружок закончим. Закончили? Мы молодцы. Сегодня мы еще 3 игры Лунтики попробовали. Там еще остались несколько игр, так что ставьте пальчики вверх, если это видео наберет хотя бы 100 лайков, да, мы с ними продолжаем. Нет, 200 лайков. Ну, 200 это не факт, что мы наберем. Так что, друзья, подписывайтесь на наш канал. Оставляйте веселые комментарии, а также не забывайте наставить пальцы вверх. Ну а мы с вами прощаемся, впереди еще будет продолжение Лунтика. До новых встреч, пока!